В среду глава региона Павел Коньков встретился с тейковскими ветеранами Великой Отечественной войны. Семеро свидетелей и участников тех знаковых для страны и всего мира событий получили из рук губернатора памятные медали, изготовленные специально к 70-летию Великой Победы. До 9 мая награды вручат абсолютно всем ветеранам Великой Отечественной и участникам боевых действий, и блокадникам, и труженикам тыла. Сегодня у нас 28 тысяч ветеранов, из них 1700 реальных участников боевых действий. Вот все 28 тысяч получат эти медали к Дню Победы. Воспринимают они их, конечно, достаточно трогательно, волнительно. Ведь если для нас все-таки война, это прежде всего мы ее знаем в пересказах, в фильмах, в исторических фактах, то они ее прожили, они через нее прошли. И эти воспоминания для них особенно дороги, и, конечно, очень важно наше внимание к ним, наша память о подвиге и тех, кто сегодня жив, и тех, кто уже ушел, и тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны.